Татьяна Михайловна! Смотри, Татьяна Михайловна! Гармонь играет, сколько, да? 163 ведра. Вчера 89 купил этот выкапыватель, настроен. Все-таки не обошлось у меня без применения русской надежной техники. Зяшо контент. К нам Михайло пришел. Иди сюда. А своички ты подставляешь. Иди сюда. Смотри, смотри, давай. Помогать ты будешь? Давай, на вот тебе ключ. На. Ебать, такую шляпу продают, это пиздец. Это картофелекопалка. Ее наточил. Так вот выглядит. Сейчас все, трогаемся. Откуда начнем? А? Откуда начнем? А вон тут вон. До сих пор нормамка не верит. Чудо техники, ай да уж! По-старому лопатой, да? Ну, покажет. Но дай бог, чтобы это. Да. Вот такая херня, блядь. Слов нету. Одни слюни. Чудо тест, блядь. Так, чё, конструкцию 1700 переделал сейчас вот. Вот эту поставил старую, вот такую стяжку. Эту так, как болт вообще выгнул. Во. Вот от него куски еще здесь. Вот они, запчасти, блядь. Ну это, блядь, разве плуг? Серьезно, что? А это тоже шляпа, вон вся она выгнулась. Говно, блядь. Слов нету. Ну ладно. А у меня, кстати, есть еще вот такая штука. Вот я из нее и нарды сделал, но, в принципе, теперь сам принцип ясен, но 1700, конечно, жалко. Жалко. Ну ладно, все, погнали копать, пробовать дальше. Ну что, ребят, можно посмотреть результат. Короче говоря, все всегда по-русски пришло к тому, что зацепил проволоку, вот потихоньку каждый круг подрегулирую, не выдерживает. Вот, но самое главное, суть работает. Сейчас покажу видео, как я его толкаю. И можно уже проходить. О, какие яблоки. Наливные. Как всегда, Вадимка пришел на помощь. Как всегда, Вадимка пришел на помощь. Ну что, Валек, снимать будешь? На? Просто.
Ну вот, как-то вот так вот. Шагар, шагар, ну работай. На этом все, чуть попозже еще снимем. Устал. Салат царский. Так, смотрим. Делается слоями. Первый слой там. Что, чесночок был, да? Помидор, потом чесночок, лучок. Что еще там? Принеси, я с начинщиком. Зелень. Повар главный. Вот еще все слоями. Добавляем немного соли, перчим, чесночка. Вот так вот раскладываем в каждое, чтобы все сок впитал помидор. Аккуратно раскладываем лука, петруш, зелень. Продолжаем. Вот такую красоту делаем. Деревенский вечерний ужин после уборки картофеля. Подводим итоги. Крепкий был лук. Лук крепкий, да? Режет на мой взгляд. Ну, дядя Витя, значит, понравится, я думаю. Ну, все это дело обкладываем. Потом что делаем? Лимончик. Так, потом пускаем лимон. Все залили рассолом. Рассол какой? Подсолнечное масло и лимончик. Подсолнечное масло и лимончик. И все, оставляем томиться. И стаканчик. Тебя любовница. Стена. Кормил или нет? Стена. Вот, ты приду, только ты и сделаешь. Ты только уголок кивляй. Да, это не земля, это чудо какое-то. Короче говоря, принцип-то работает все. Но для нас это шляпа. Земля очень жесткая. Уводит вот, проводишь по одному ряду, а второй ряд, когда уже посередине, его кидает туда-сюда. Все-таки не вручную, бля. Ебать, такую шляпу продают, это пиздец. Да. Лох не мамонт. Никогда не вымрет. Эти, которые... Не надо. Это вот. А то увидишь... Ай-яй-яй. А докуда вы? Вот это. Вот это, да, Вася, она соберем и... Что а это? Да. А то рейн. Ребята, остались? Да, руки вот эти спустили. Все-таки не вручную копать. Ну и сегодня вон достаточно накопали. Вон там. Спеша. Так, ну вот он, 2019 год.
Вот столько картошки получается. Много? Попадается, да? Ну, вот так вот выглядит сытный деревенский вечерний ужин. Вот так все это получилось. Бойцы. Наступило время дегустации. Ты нальёшь нам молока? Молоко. Налью сейчас. А скажи, как какой? Вкусный. Понятное дело. Президентский ужин. А это как его? Какие вкусы чувствуются в салате? Присутствует. Остренький, попробуй. Соль, помидор, да? Прям с коровы, из-под коровы. Вот кружка. Добавить? Да нет, хватит. Или добавь. А? Добавь надо. Добавить? Да. Самогонку кружками маленькими. Молоко литровыми кружками. Да? В общем, всем приятного аппетита. Бать, иди, мамка сказала, кушай. А? Не придет, говорит, сейчас кушать. Туда принесу. Бобка, не надо есть мотоблоками. Половина остается. А? Так ты у себя вон там посмотри. Вон там он. Я вчера вон ехал туда, просто отпустил. И штук 6-7 картошек вышло. Ну, а что ты говоришь половину? Половина корней остаются просто вот этих, которые мимо идут. В таком асфальте, блядь. Вот так у нас асфальта, до вон того асфальта. И там тоже пускай. Что? Костер все. Тебе что, картошки мало, что ли? Вон картошка, там картошка. Да, у меня здесь тросик газа открутился. А? Тросик, говорю, газа открутился. Ребят, ну что можно сказать по поводу вообще вот такого выкапывания картошки? Получается вот довольно-таки неплохо. Вот она идет, все замечательно, все хорошо, когда культивар этот выкапыватель настроен. Все-таки не обошлось у меня без применения русской надежной техники.
Это регулировочный винт из проволоки. По поводу колес, колеса работают замечательно. Вот, цепи, конечно, все это хорошо, но в дальнейшем, наверное, нужно ставить сельскохозяйственную резину сюда с такими протекторами, как тракторными. Вот, я, в принципе, посмотрел, это под 13 размер колес. Вот, и вовнутрь нужны обязательно утяжелители. По килограмм 15, наверное, 20 это 100%. Мотоблок идет, двигатель все тянет, но он прыгает, он буксует. Вот сейчас, в принципе, обороты я большие ему не даю, прям почти на минимальных. Здесь, кстати, и земля лучше пошла уже. А здесь сажали вот этот край под мотоблок. Вот, и как раз, скорее всего, попадает в ту борозду. Истории всякие рассказывают. Не знаю, были они или не были. На сладко поет. Перекус, бать? Зачем? Молодец, чё. Все у тебя в поле. Золотая картошка.
здесь ничего не стал делать. Никакие болты регулирующие. Ну, конечно, если бы так там гулял, было немного лучше. Вот, ну ладно. Погнал вообще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. По два, да? Тридцать, да. Тридцать. Ёкаламане. Ну все, сейчас это там закончу, да сюда подгоню, да? Привезти, да. Да, подъеду сейчас, чтоб пустую не ходить. Пойду я. Давайте, собирайте тогда. Как только начали здесь сегодня ковырять с утра. Короче, немного не пошло дело. Вот все, как обычно, перенервничали, переругались. Да нахрен это нужен, блин, огород. Ну, в общем, история как у всех, наверное. Но земля действительно ужасная. Ужасная, жесткая внизу. Поэтому этот культиватор ядреным ушел. И вот, и чтобы это все исправить, нужно же время, ё-моё. А время это самое дорогое, которого так мало почему-то. Вот тут пришел к Катьке, теща. Вот дела у них тут идут, как говорится. Сейчас здесь это завершу картофель. Сколько осталось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть цветков. Ну что скажу, вот сейчас подрегулирую тягу и дальше в бой. Конечно, это все скоро приведет. Потому что эта вся хиромантия сломается. Сколько, да? 163 ведра. Вчера 89 и сегодня. Вот с этого участка вот 74. И общей сложности 163, бать? Наверное. Обалдеть. 163 ведра. А там сколько было? Еще возле дома. Там сколько было? 70. Там 79 было. Ты 69. А? А, еще на том участке за трубой 132 и плюс 69. То есть здесь 132, да? А, здесь 163? Да. Здесь 163 вот на этом участке, а там? Ну 70 считай. 70 считай. Это итого получается уже 230 ведер, да? Охренеть, 230 ведер, а еще там. Короче, ведер
300 с чем-то, наверное, будет. Вот такой в этом году урожай. А? Ты доволен, блядь, результатом-то? Что теперь? Все картофельное будем есть? Дранки каждый день? Да? Сегодня, может, дранки сделаем? Валек, да? Сегодня надо ехать, завтра блины надо, да? Да, сегодня Шишова надо поменять. Сегодня этом наша история подходит к концу. Сейчас мы этот картофель увозим в грибницу и идем отдыхать, мясо кушать с картошкой. Неплохой урожай. Вот, садись, все. Мы залезли. Да. Ехали, цыгане. Поехали, цыгане, куда будешь? Не верь они песни, ехали цыгане, куда гонишь? И тарапку настроишь, и в общем нихуя не разберешь. Ай, бутылочка вина. Ой, ты болит, нихуя. А болит у того, а кто не... увидел хорошую картинку. Да? Правильно ведь я говорю? Правильно. За это лайк нужно ставить. Очень четенько. Мне нравится. На этих колесах, кстати, мне кажется, как ты едешь уже с
серьезнее. Байкеры, блядь. Да, как-то серьезнее. Как на джипе. Да, Вадя? Ну да, Павел, трясет. Друзья, шок-контент. К нам Михайло пришел. Иди сюда. А че, свои яички-то подставляешь. Иди сюда. Не... Смотри, смотри, давай. Помогать ты будешь? Давай, на вот тебе ключ. На. На. На вот тебе ключ. Идем, помогай мне. Небольшой ТО. Что-то мне тут кое-что не нравится с этими скоростями. Этот свист непонятный откуда-то взятый. Болезнь только начинается. Никогда не учу. Все уже. А ты езжай сам нахуй. На дороге сломается, блядь. Да не сломается, я, блядь, после этого вот это погнулась, блядь. Не очкую, что ты очкуешь-то? Я уеду, что ты меня будешь ждать, что ли? А, ну и все, то это хорошо. В принципе, даже и лучше. Вот отдохнешь. Блять. Стоять вот так. Вот это еще, блядь, территория. Ну, морковь, блядь. Стекло вон. Еще вон видит стекло, стекло еще к вам, блядь, это просит. Куда? А если Андрей сам пускай приедет, уберет. Он на мотоблоке здесь не навожусь, блядь. Да? Ты не закончил. Пока будешь ловить, пенсию кончишь. Татьяна Михайловна! Смотри, старый, гармон играет, блядь. Воздушный поцелуйчик, блядь. Так, а куда мне электрод-то упал, блин? Смотрите, сегодня у нас делом, да, день даром тоже не прошел. Погреб сделал вот такой. Козлик. Это будет для продуктов. Давай, сейчас мы сделаем.